вообще кто такой был? Интересно. Зона номер два. Где два? Мне там... Это ж двойка. Да. Зона номер два. Я люблю эту игру. Хоть и бывает, что... Зона номер два. Поехали, да. Вторая ячейка. Срисовка всего ячеек. А, ну да. Я буду каждую зону начинать с новой ячейки, чтобы не перепутать. Вторая зона, друзья. Розовые тона. Пони. И все, что здесь будет, будет, наверное, очень больно и розово. Поехали. Я музыку выключил, поэтому, скорее всего, там играет какая-то приятная музыка. Я вот уверен, но я ее выключу, поэтому... Зона номер два. Мы поняли, что ничего хорошего здесь не будет. Так, это что такое? Бисмарк. Нижняя часть... А, ну это как карта, получается, уровней. Но больше мне некуда идти. Стрелка нарисована на стене. Спасибо, Баттерс, капитан Очевидность. Я понял, что на стене. Стрелка нарисована на стене. А если пойду вниз, то я попаду... А, нет. Чуваки, как дела? Я не боюсь. Я знаю, как перестать бояться. Я не боюсь. Хочешь знать, почему? Подойди поближе, я тебе расскажу. Если ты не боишься. Эта страница просветила меня. Теперь я не боюсь. Хочешь освободиться от страха? Дай мне 100 кредитов, и я отдам тебе страницу. Какую страницу? 100 кредитов? Ну ладно, сюда я дам... Сюда, я дам тебе страницу. Я никогда не буду бояться. Предметы. Страница. Я не знаю, нужно было бы мне это или нет. Парк там. Нужна уважительная причина. А нам нельзя пойти в парк? Уже так дальше лучше? Так даже лучше, а нам нельзя? Так, ладно. Возвращаемся обратно. Влево идем. Что эти стрелки означают? Ой, вниз пойдем. Походу, локаций здесь еще больше. Центр, зона торговли. Чувак, ты там как? В торговом центре полно призраков. Это жутче страшно. Ой, да ладно. Сейчас мы их помочим и все. О! Бонус Диас, Денаргон. Есть ли место лучше для покупок, чем торговый центр? Купить. Билет. О, большой удачи. У меня мало кредитов. Вот. Джокер возрождает игрока. О, это круто. Кстати, вот зачем мне Джокер. Я что-то забыл про него. Давайте мы еще один купим Джокер. Мясо. Бита Масаси. Бита Масаси? Я хочу себе такой биту. Бита Эммануэля. Я тороплюсь. Хочу биту Эммануэля. Пусть оружие Адона. Это боевой символ. Преданный символ. Преданный символ давайте возьмем. Аура правосудия, аура страха. Понятно. А я не знаю, на аура страха лучше? Аура защитная. Защитное оружие Аддона. Понятно. Так, защитное снижение. Ульная эпидермис. Покупаем. Цвет боли. Цвет боли, цвет печали. Цвет печали. Так, подождите, давайте посмотрим, что у нас есть.
предметы. Я не то. Надеть. Бита. Варда бита мас... Не то. Бита Эммануэль. Эммануэль. Аура правосудия. Цвет печали. Так, и... У бублика. Крепкий символ. Герцкий символ, то же самое, преданный символ. Нормально. Пойдет. Цвет ярости. Пойдет. Теперь надо ему, этому чуваку продать лишнее. Мясо Пита Гарльда. Одну продаем. Пита Масаси продаем. Идеальный эпидермис. Вообще за бесценок ему отдаю все. Теперь еще хочу что-нибудь купить. Еще раз, чтобы до конца прокачаться. Битая Эммануэль, понятно. Вспыльчивый символ. Преданный символ. Аура правосудия. Аура страха. Я не покупал ауру страха, да? Ауру страха куплю. Туника Дэвида куплю. Свет боли. Свет печали глаз. Вроде бы все. Надеть. Ара. Блин. А где потом показывать, что оно то же самое? Туника. Ну, туника получше. А бублика. То же самое, то же самое. Аура страха. Все. Все, мы полностью экипировались, дорогие друзья. Вторая ячейка, да, все правильно. Побежали, куда только непонятно. Тут закрыто. Внимание, акция, купите 2 фунта падали, получите один бесплатно. Реклама бутылок с дымом. Реклама пластиковых сундуков с сокровищами. Реклама металлических стволов. Реклама необработанного мяса. То есть я там пройти не могу пока. Ладно. Так, да ёлки-палки, стой на месте. Идем налево. Я уже... Ой, не туда, не туда, не туда. Так, ты нам что скажешь? Вы живете в Бисмарке? Странно. На вас нет галстука. Этот забор защищает от падения в пластик. Их даже сделали из мягкой безопасной резины. Это хорошо. Сохранимся. Сохранимся еще раз. Жилой комплекс только для постояльцев. Представьте, как будет ужасно, если кто-то проникнет в наши дома. Так, он не похож на жителя. Следовательно, ему нужен магазинчик. А, все, понятно. То есть, по сути, я иду по кругу. Ну, стало как-то более-менее понятнее, что ли. Заходим в библиотеку. Да. Больше не выдавайте книг этому человеку. Он вырывает страницы. Это может быть опасно. Да. Пойду обратно наверх. Так, алло, чувак, привет. Здравствуйте, добро пожаловать в библиотеку. Хочу предупредить, что наверх пойти нельзя. Там повсюду призраки. Призраки в здании? Да, да. Почему вы спрашиваете? Я уничтожу их. Уничтожите призраков? Но вы знаете, что вы можете пораниться. Их там наверху ничего нет. Просто стены, шкафы, ступени и старый кот. Кот? Я пойду наверх и зачищу все этажи. Хорошо, ладно. В таком случае не шумите. Четвертый этаж вообще недоступен. Люди вырвали страницы из книг. Поэтому я не хочу туда идти.
Там может быть опасно. Я ничего плохого не делаю, просто смотрю на стену. Тут все боятся всего. Полки не настоящие. Опа-на. А, ну да, все правильно, ребят, по кругу, видите, как бы. Так. Тут не так просто найти выход. Все однообразно. Идиот, тут легко найти выход. Просто надо побегать по кругу и все. Так. Ну и да, все, ребят, все нормально, все понятно. Карта оказалась так уж большая, как казалось бы. Это большое здание. Пошли наверх, наверх, наверх. Привет. Не переворачивайте страницы. Не переворачивайте страницы. От этого слишком много шума. Ладно? Ой, ёлки-палки, как ты задал меня, задолбал меня. Их называется Бисмарк. Я беру ручку. По-любому еще будет какая-то ерунда. Эта книга называется She Up Children Down. Читать? Да. Читать Бисмарка. Так. А, то есть страницы, которые я находил, те страницы, которые вырывали. Невозможно разобраться в названии книги. Читать? Да. Я надеюсь, что тут не будет никакой загадки с этими книгами. Сказки и легенды читать. О! Наш родной язычок. Жабий король. Давным-давно жил-был злой король. Его лицо было настолько ужасно, что его прозвали Жабьим королем. Однажды человек в маске встретил короля во время переговоров. Он сказал ему: «Привет, ужасный король. Оставь эти земли навсегда и не умри от моего меча». На что король ответил: «Я ему. Я король, а ты мой подданный. Ты не смеешь перечить моей воле». И тогда человек в маске сокрушил короля своим острым мечом. Конец. Шикарно. Ой, этот уже был. Нет. Название книги написано «С». Читать? Да. Спасибо, не надо. Так, ты тут что делаешь? Листы вырываешь, да? Я предпочитаю книги подделки. Можно не волноваться насчет их сохранности. Книга пояснение. Читать? Содержание. Вступление. Создание. Мира. Стражники. Королева. Ее сын. Четыре зоны. Нулевая зона. Гадкий король и М. Приложение. Словарик. Примечание автора. По-моему, это книги как бы про главного героя. Ну, наверное. Я так понимаю. Читали книгу без названия? Да. Спасибо. Обвинение кардинала. Читать? Да. Ну, это я и так понял. То есть, что здесь перевернутое? Еще раз. Все книги читаю, перевернутые. И, ладно, пойдем пока наверх, пока там разберемся. Налево. Так, бегу. Ставить страницу. В книге есть страница. Почитать книгу. Все стало ясно. Спасибо. Из этой книги вырвали страницу. Книга. Стульчик. А вот там что у нас, я все вижу. Это страница на стене, вырванная из книги. Взять страницу. А-а-а, я так понимаю, это какой-то перевернутый город, что ли? Что-то все тут ходят на головах. Библиотека перевертыш. Все ясно. Примерно так, наверное. Просто по другое объяснение, почему они вверх ногами, я не понимаю. То есть не нахожу. Такие же несложные. Опыт, кредит, билет. Так. Ой, куда я пошел? Я хотел в страницу ставить. Ставить страницу. В
надеюсь, что еще говорю, что их не нужно будет читать. Взять страницу. Предметы, хотя знаете, что посмотреть? Ладно. Еще одна страница. Кто-то... Ребята, а вы тут смотрите, вот вы смотрите, чтобы никто не воровал страницы. А то, что у вас приклеены страницы на стене, это вас... Есть эта страница. Ладно. Что-то себя быкует, что у меня есть. Ну и что из этой книги будем... Ставить страницу. Почитать в нее. Ну, я думаю, если ее не перевели на русский язык, значит, она не так уж важна. Чего? Так, стоп, тогда берем... Ай. Как бы мы с вами побыстрее бы разобраться, да? Задолбали меня. О, лечение второго уровня, видели? Крутое такое, вроде бы. Он будет заюзать. Кстати, еще раз говорю, что я сложность игры выбирал. Но пока что нормально идет все дело. Больше проблем именно с... загадками, нежели с битвами. Все. У меня так уши болят уже от этих наушников. Надо будет сейчас до куда-нибудь дойти и заканчивать серию. Взять страницу и возвращаемся туда. Можно вставить страницы во все книги. Вставить страницу. Прочитать. Так. И что мне сделать? Невозможно пройти. Я понял. А что мне делать, игра? Ты мне снова никаких подсказок не даешь, да? Люблю тебя. По-моему, ХП стало бодрость останавливаться. Ой, ХП. Очки здоровья, или мне так кажется. Так, все. Умер, наконец-то. Кредит. Билет. Чувак, пока еще поговори со мной. Не против страницы. Я не знаю, что делать. Вообще без понятия. Может быть, что такие... Полки не настоящие. Так. Сюда вниз я приду к... Да. К да. Сюда нельзя идти. Нет, сюда мне тоже не нужно. Сейчас попробую вниз пойти везде. Так, это выход. Здесь тоже не пройти. Так, эту страницу я забрал. Все. Друзья, я застрял. Может быть, все-таки у этого. Сохраним игру. Вот там вот страница. Вот там страница, чувак. Ну дай страница сюда. А, ну это наверное, все-таки... Просто, да, реклама. Я забыл уже про это. Так, и... Да, по-моему, по кругу пошел. Да, по кругу пошел. Заходим снова в библиотеку. И понимаем, что я не знаю, что же здесь делать. До хотейки мне не добраться. Так, кто будет... Так, ладно, пойдем наверх еще раз. Но, честно говоря, я не знаю, что делать. И тупик. Невозможно пройти. Ладно, ребят, я иначе все-таки завершу серию. Буду подожду, может быть, кто-нибудь догадается, что делать в этой библиотеке.
А если же нет, то посмотрю прохождение кого-нибудь и посмотрю прохождение какого-то иностранца и решу, что сделать в этой библиотеке. Стульчики? Нет. Не знаю. Не знаю, что делать на самом деле. Поэтому на этом, пожалуй, все. А, это тоже проход. Жду комментарии, есть ли какие-нибудь идеи, что здесь нужно сделать, чтобы продраться наверх к моему любимому котейке и с ним пообщаться, может, он разъяснит что-то, как в этой второй зоне.